И еще один видосик, с которого я орал еще сильнее. Надеюсь, вы помните молодого человека по имени Константин Абрамов. Это человек, который хороший, который меня проклинал. Я думаю, что, кстати, все мои вот эти вот прыщи, блядь, мои болезни, мои лбы покоцанные, да, это минус окно, правильно. Это все, блядь, благодаря его проклятиям, которые он использовал, в которых он использовал какие-то заклинания из аниме или типа того. Так вот, очень хороший познавательный видос, давайте глянем. Всем привет, меня зовут Константин Абрамов. Ой, девушки. Я не знаю, вам видно, не Максон, видно. Максон, доброго времени суток. У меня такое дело. Вдруг советом поможешь. Мне 18, а моей девушке 25. Я ее люблю, но все равно меня что-то тревожит. То ли боюсь осуждения, то ли хуй его пойми что. Удачи тебе и здоровичка. Так. Давай подожди, мы посмотрим видосик. Пиздюк задонатил, ну. Сейчас мы посмотрим видосик и потом я скажу. Сейчас я покажу вам, как я смогу заехать на горку на велосипеде. Что это значит? G плюс A равно... Что это? Миллион? Это, видимо, тоже что-то из разряда вопросов из школы. Причем G написано как Google. От руки. Иди, смотрите. Далеко, далеко. Горка вообще далеко. Так нельзя. Мне надо спускаться. Стоп. Все? Вы поняли? Во-первых, он с мамой. Во-вторых, он действительно заехал на горку, и все. Я не понимаю, что это значит. Может, это еще какое-то очередное заклинание, блядь. Короче, блядь, вот. Эти два видоса я просто вот как-то они попались мне на глаза. Я глянул, я с них просто охуел и вот оставил их в закладках. Как бы... Я не знаю, что это. Я не понимаю этого Абрамова, блядь. Это настолько странный чел. Вот это психически больной человек. Он психически больной человек. Реально. Вот. К сожалению, это вот так вот. Такие дела.